Приветствую вас. И, если честно, думал, как вот лучше ответить вам на вопрос. Сперва, думаю, скажем так, что вне зависимости от того, что вы чувствуете, что это действительно, да, то есть чувство, там, или ностальгия, или что-то еще, вне зависимости от этого, можно постараться наладить с ним дружеские отношения. Как? Значит, написать ему, извиниться за то, что вы сделали, попробовать, по крайней мере, извиниться. И, значит, предложить общение. Простое дружеское общение. Дело в том, что прошло 5 лет. 5 лет срок большой. И вполне вероятно, что мужчина вас уже не ненавидит. А даже если так, то все равно другого способа, кроме как определить, что у вас за чувство к нему, у вас попросту нет. Потому что вот вы чувствуете влечение, да, вы чувствуете, что вот вы тянетесь к нему. Вы чувствуете, что хотели бы восстановить отношения. Чувствуете, что вам с ним было хорошо. Но только в том, что может быть действительно с ним хорошо вам. А может быть, все это не что иное, как детские воспоминания. Потому что все-таки 5 лет прошло. И вы сейчас не можете с полной уверенностью сказать, что есть ваши чувства. Я думаю, что никто не может. То есть мы, конечно, со своей стороны можем попробовать сказать, что это у вас. Но я не думаю, что это будет правильно, потому что все-таки вам своими чувствами нужно определиться самостоятельно. Не было бы профессиональным с нашей стороны сказать вам, например, вот вы знаете, у вас, допустим, ностальгия, или вы знаете, у вас любовь, вот вы давайте идите и боритесь за любовь. Это было бы неправильно. Поэтому вам предстоит самой определить, самой принять решение, что вы будете делать. И для этого необходимо наладить хотя бы дружеское общение с парнем. Уверен, что если он вел себя как взрослый, серьезный мужчина, то сейчас он поведет себя так же и примет ваше желание общаться, наладит с вами какой-то диалог. Тут важно просто не ждать чего-то очень такого прям прекрасного, а наоборот, твои ожидания занизить, чтобы не было разочарования, да? И, собственно говоря, общаться с ним без всяких ожиданий. Просто наслаждаться общением. И в процессе диалога какого-нибудь, неважно, что это будет, в процессе диалога вы сможете лучше понять, что вы чувствуете к нему. Если то, что вы ощущаете, можно назвать как стремлением сделать человека счастливым, вы хотите именно, хотите для него что-то делать, для этого парня. Хотите как-то его жизнь улучшить, как-то вот что-то ему дать, то это любовь. Ну, или, по крайней мере, личная симпатия к нему, нацеленная на него самого. А если вы будете общаться с ним и мечтать о том, как бы вернуть все, как было раньше, то это ностальгия. И тогда, наверное, не стоит рассчитывать на то, что у вас получится с ним что-то серьезное. Потому что это продиктовано вашим стремлением вернуться вот туда, в то время.
которое, вероятно, было для вас одним из самых счастливых, самых беспечных, самых ярких и самых интересных. И сейчас вы, наверное, такого не чувствуете и подсознательно хотите туда вернуться. Соответственно, и мужчина у вас ассоциируется как символ этого времени. Но определить, что именно вы чувствуете, вам необходимо самостоятельно. Тут, я думаю, однозначно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.